Да. Я что-то в том году одно сердечко попробовал, вот как-никак не зашло. Нет, правда, нет. А теперь обед. Все в одном флаконе. А? Ты куда так. Давай я. Вот Тимофей положил салат? Да. Он да. Мне не в конце, Ну. Ты где сядешь? Курочку. Мы так снимаем, да? Паштет, ой. На курочку. Пап, на курочку. На. Сам выбери, какой тебе надо. А Тимофей его тоже любит. Ну, Яна тут с Мишей тоже жарили. Они сердечки на плите, но они на плите, в сметане, соусе. Да. Там или в соусе. Я не знаю. Ешь давай. Я проваливаюсь. Ну, не знаю. Что? Или тоже включила? Чего? Скажи, чего? Водичку я хотела принести. Ну, вот вода-то, вот. Она газированная. Ой. Тебе чего? Ножку. Ложку? Сейчас ножку. Подам я это место. Дед, подай лимона. На, Тимофей. Тут... Макароны тебе надо? Нет. Какие вкусные макароны. С маслицем сливочным. Слушай-ка, Ань, а вот лапша, том-ям, вот я спарю, ну это вот она один раз вот пакетик купал, суп из него получился. А вот лапшу том-ям тоже, наверное, можно добавить. Вот, ну если то же самое. Ну, тоже разбавлять ведь надо. Ну с водой. Или там даже не целый пакет, что ли? По-моему, этот пакетик да не факт, но может им протяжка. Ну, ну вот у меня два, на два суп получилось. Ну, суп. Два раза, да, ну, три раза, ну, можно сказать, я так еще и с половником. И потом они туда ушли. И все. Там, по сути дела, ведь идет перец вообще, там я кабачки. Ну, вот, ну, я не считаю, там иди, что хочешь, лук, помидор. И вот пол пакетика вот этого, если. Привет, привет, мои дорогие. Наверное, надо попробовать. Смарт. Вик, дама, я попробую-ка. Ну вот креветки я купила в спальне, прям видно, что свежие. Давай в роте. Одну. Курочка. Ну, ложись, макарон. Это лимонад. Ну, это как, так же, как у дома готовится, только... С морепродуктами, ну и можно и с курицей тоже делать, вот, и вот с этим пакетиком. Ну, я не хочу лимонад. Тоже, я просто говорю. Лимонад налить? А да? Вот эти грибы налить. Черные, их нет, на Вайлдберрис можно заказать. Нет, я всем практически стаканы принесла. Вот еще там стакан. А лука порей, кстати, вот я нигде и не нашла. Он так почему-то есть в Ашане. Он ведь... Салат кусали? Я? Любил, что ли? Ну да. Угу. Но не в тебя, наверное. Угу. Кто тут ночью по дому разборки-то... ходил? Разборки питерские, мам, да? У тебя же вчера были микрофон. И что? Почему ты без микрофона? Не хочу с микрофоном. А у нас коннектится. И кого-то не будет слышно. Я хотел паштет снимать. А может что-нибудь и будет угроза здесь? А ну передавали, да? Может, я замажу. Будет угроза. Ну если папа говорит, то будет. Он у нас прям. Нет. Гидромедцентр точный. Арчи, место. Ну Вик, не надо мне. А как? Машечка, пошли. Я поняла как. Как-то вкусно. Давай, можешь? Аня, намажь мне. Тоже. Спасибо. А теперь я тебе. Я ж макарон не буду. Теперь я тебе намажу. Намажь. Ой. Хлеб вот невкусный. А я что-то это... Думаю... Вчера заскучала. Ливерной колбасы хочу. Думаю, ну я уже колбасу не ем. Думаю, пойду-ка я куплю паштетик, где беру. Это же как... Вот такая... Ну ты какой? Где печенку? Я хочу печенки купить. А я мы тут с Викой были, я не видела. Надо импортную. А где вот в каком месте? На Заречке или где? На Заречке я, где закрытая рена. Жалеешь, что ли? Угу. Как больше уж наложи мне паштеток-то. Вот Вика любит печенку.
Угу. Я кожу продаю. Нет, вот это же натурально, тут ничего же нет. Я знаю, что. Ну, я вот импортной печенки нигде не найду, а вот эту вонючую мне не надо. Нет, я... Они не распределяют, какая она вонючая. Они она вонючая. Мне вообще в тот раз привезли говяжью, оказалось. Ну вот на ее рождение мы у тебя делали. Вкусно, нормально. Же печенка Вика-то как ела. Ну вот не факт, что это была говяжья. Говяжья. А потом мне привезли, написано говяжья, а привезли свиную, там даже крылья другие. Какие? Она не чистится вообще. Свиная, она горькая. Ну, куриную я могу, куриный паштет, а есть ее не могу. Сюда. Куриный паштет я есть. Это ко мне сюда, где? Папа кушает. Вот, берет. Я куриный паштет вообще могу есть, а вот печень куриную мне не нужна. Я печенку не ем куриную. Я единственное ем печенку говяжью. Больше никак. И паштет делаю. А ты что, еще горбушку делаешь? Из паштет этот. Потому что почтальон Печкин тоже вкусный, только из этого. Да. У нас раньше был ларек. Продавали всегда. Я всегда покупал. И в Спаре было, печень продавалась. А импортная. Ну, а вот назовите, я у одной всегда. Я у нее куры беру. Хорошие. Вот мне нравится. Вот хорошие куры. На вкус. Я еще не попробовала. Где? Mm-hmm. Хороший на вкус куры. Mm-hmm. А вот. Ты думаешь, он различит? Ну. Mm-hmm. Как же их? Набережные Челны я всегда беру. Они пусть дороговатые, но у них мясо вкусное. А ты что не различишь? Я нет. А еще не есть, ничего, сорян. Она сердечки ждет. Когда папа мне приготовит. Они долго готовят? Шеф-повар, да? Я гляжу, папа готовит и сердечки, и курочку готовит. Тим, можешь грудинку подать? Наелся? Курицу да и еще бери. Я не буду курицу, ешь тоже. Ну что торопится-то? Дайте мне паштет. Я хочу есть. Ешьте, ешьте. Тебе на булочку? А вот лучше на булку. Хлеб-то вот никакой, хлеб-то не очень вкусный. А булка вкусная. А булка это? Вот на булочку мажьте. Вкусно. На батончик. Паштетик. А я в тот раз покупал такой вкусный хлеб был. А может старый? Вчерашний. Мы вчера пошли, там вообще уже ничего не было. Аня, а я тоже вечером-то пошла, вот только батон этот, ну вот новинка были батоны. А мы которые берем, они тоже кровать. Их уже тоже нет. Все на даче, все хлебы. Нам могут соседи подать. Вот там. Чего подать? Хлеб. Будешь сироп? Ань, вот такой сыр я специально купила. Вондерский, тебе тогда понравился. Я уже что-то их не различаю. Все пластмассовые. Нам камамбер, кстати, понравился. Я сейчас хотела, посмотрела, я в КБ заходила. Не было там его. Ну ты его просто так ел, просто или? Просто и так заедем. А камамбер это зелень? С белый, вонючий. Mm-hmm. Не, не знаю, я один раз покупала. Вот тебе с голубой. Мне не понравилось. Ну я хочу сделать вот так, как-то его запекают в помидору. Этот. Кладешь булку, ну вот этим, и в помидоры там. Как еще? Масло вот это вонючее. Тим, бери еще курицу. Нет больше. А, собачек смотрит. На. Не, и так идет. Да, что ли, собачка. Баб, как ты его называешь? Я забыла. Чарли? Чарли. Почему? Ну, я так. А дальше еще посчитаю. Что-то оно, мне хочется ее назвать Чарли. Ну, Арчи, какая разница, да? Дальше еще а как у Надюхи маффин?
тоже странно. Сама бабушка намажу. Старенькая, мне простительно. Я сама намажу. Все. А Костя, мамажу куриную? Не надо. Нет, куриную не надо. Особенно трубчатые не надо. Нет, можно вот эти вот, ну, такие эти тоненькие. Я ему не даю кофе. У него как раз не из-за формы. Еще салат кому надо, даешься. Может, как и макароны у бабушки. Летает. Вкусные они. Попробуй. Пап, какая фирма? Барилла. Вик, твоя любимая. Ты Барилла не жрешь так. А мне Барилла толстые вот эти трубочки нравятся. Может, мне кушаешь? Мне мама! Тоненькие. Номер 3 или 7. Мам, может, кушаешь? Кушаешь. О, можешь домой ехать. Начался, можно домой ехать. Я с вами поеду. Я еще не всем макароны. Мам, почему я делаю это? Что это сейчас сделаешь? Мам, ты выключила? Знаешь, почему я делаю это? Потому что он так просит. Дома черный макарон вообще не хочется. Я тут сварила, 3 дня ела. А я выпила. Иди вот, Витя, к Викуле иди, она там. Мы с фаршем сготовили. К Викуле иди. Не сюда. Фарша. Ну сколько там грамм макарон? Вот за вечер съедим, все. Если на второй день остается, выкидываем. Так, а ты только одна маленькая делает? Ну, и стою плиты денег, да? Мама, кто я? Кто я? Она прожимает спа на кухню, я. Бабушка, у тебя все стоит на кухню. Вот и я стою. А когда я поем еще пошутить, можно? Смотри, смотри, сейчас может дождик ливанет. О, дай. Какой бассейн? Мясо, мясо. Вон кое-то надо еще, бедрышко вон, хорошее мясо. А вон ляжка, будет, по-моему, будет, есть. Нет. Ляжка. Нет ничего, все. Да. Где мышей ловят? Там лягушки бегают. Лягушки не хочешь? Ну, вроде перекусили. Где сегодня спать будет бабушку сюда? Да, домой уеду. Да, ты домой сегодня уедешь? А полотенчик у кого-то был. А ты будешь опять сегодня? Я завтра хочу на этот спорт. Мне нравится мастер, тренер. Четвергам по вторникам. Если запишусь, хочу сходить. Дай. Ну сейчас, надо говорить. Что-то мне в Яндекс.Лавке не особо понравилось. Не знаю, где у тебя молоко там по 52 вылезло. Вылезло. Где фарш у меня 90, вот который ты по 54 рубля. Хотя я заказов ничего не делаю. Я не знаю, ну может... Может, конечно, по районам как-то распределяют. Может быть. Фарш по 120. Пап, налей мне тоже лимонадик. Ну все равно дешевле 127, чем... 125. Ну вот я там цент говорила. И ну, что? У меня нифига. Не знаю. Может, но у меня уже сейчас тоже нету. Ну просто у меня как первый заказ, у меня высветилось 30%. Типа, ну сделалось? Нифига, я же сказала цену. Все, и сделалось. Твой фарш, который ты там что-то... А чем ты фарш куриный ты взяла? Нет, надо смотреть. Или... Наверное, все по району. Как-то. У тебя даже самокат... У нас же, может, Яндекс.Лавка-то ближе. Потому что, может, от этого зависит. Не знаю. У нас Яндекс.Лавка-то ну, здесь. Я из-за сердечек заказывала, потому что нигде нету. Дай попить-то. Я еще хочу. А может, вечер, воскресенье, что-нибудь я зависит. Нет, может, вот, потому что бывает, что вот у них к вечеру какие-то, может, я не знаю, я же заказывала когда вечером. Так быстро так, он мне через час курьер будет. А, в субботу же это, может, в субботу заказов мало. И я полезла в ванну, и ладно, ребятишки дома были, я говорю, Миш, прими. И через 10 минут прибежал. У нас Яндекс.Лавка-то рядом. Ну, у нас около моей поликлиники там. А у нас-то вот где, в Спаре. Ой, в Пятерочке. Косы привезли, я до сих пор их ем. Зачем? Он не будет есть эти шкуры.
Зачем ты ему, что поблевался, что ли? Зачем ты дал ты ему, а? Выброси шкуру-то. Господи, не корми ты его. В общем, все, всех обняла, пока-пока, чмоки-чмоки.